Здравствуйте, уважаемые друзья! Наши опыты не юного натуралиста продолжаются. Посмотрите, какие чудесные существа живут и расцветают, цветут и пахнут в нашей баночках. В настоящий момент времени мы эксперимент устанавливаем. Из этих гусениц обязательно появятся прекрасные бабочки. Дело в том, что вот этих гусениц я собрал маленькими зелеными гусеницами и думал, что из них получится бабочка бражник олеандровый. Ну а вот сейчас я вижу, что не другие. Хотя, может быть, и позеленеет она и станет такой же прекрасной. У нее тоже есть глазки. Они пока белыми, а потом они станут голубыми. Возможно, это другая бабочка, а возможно, бражник олеандровый. Бражник олеандровых у меня несколько экземпляров. Я буду следить и смотреть, что получится дальше. Вот у меня три емкости. Здесь живет куколка бражника олеандрового. Сейчас раскопаем ее. Вот она, куколка собственной персоны. Землю и сухие листья необходимо. Давайте подбросим ей сухой лист вот сюда, чтобы у нее было все хорошо. А вот в этой емкости у меня несколько вариантов. Там и гусениц. Скорее всего, они все уже в куколок превратились. За исключением вот этих двух зеленых гусениц. Продолжение следует. Сейчас я их перемещу вот в эту емкость, специально приготовленную для них, чтобы бабочке было комфортно и просторно развиваться. А потом у этих бабочек мы с вами вместе выпустим с ладони, и они полетят радовать всех туристов Олимпийского парка и Адлера. Обожаю Адлер. Вот в таком чудесном месте мы живем. Продолжение следует.